Тренер, ваши подопечные заняли второе место, а в Балтийской лиге вы три раза обыграли в финале и регулярном сезоне этих соперниц. Что, почему так сложилось сложно эта финальная игра на звание чемпиона Литвы? Ну, наверное, как раз вот эти три победы сыграли злую шутку. Потому что вчера, я думаю, что в голове игроки имели где-то такую надежду, что выиграют в любом случае. Ну, а команда Йонова показала классную игру. И, в общем-то, в сегодняшней игре была борьба, была равная борьба. Но несколько технических ошибок решили исход четвертой партии. Ну, а может, физически посели ваши подопечные, потому что уже конец сезона? Ну, нет, я так думаю, что физически мы были даже готовы не хуже команды соперника. Вот. Но есть технические нюансы. Там более опытная команда, более ровная. А у нас есть молодые игроки, которые имеют еще пробелы в технике. И вот эти пробелы в технике не позволили нам сегодня выиграть. Но каких-то сюрпризов со стороны соперницы не было. Все было как бы предсказуемо. Дело в том, что несмотря на то, что мы выигрывали на протяжении сезона у этой команды, но все игры были очень сложные. Очень тяжело мы выигрывали всегда. Да, спасибо вам и удачи!